там для демонстрации прокладок потребуется небольшой блок информации о том, как быстро размножаются бактерии. То есть я сегодня дам только каркас и покажу, как это происходит. Саму лекцию за, понимаете, конкретное время мы читать не будем. Значит, как размножаются бактерии. Второе, количество гинекологических заболеваний при неправильном, скажем, применении прокладок или некорректном их использовании, потому что гинекологам относят гораздо больше денег, чем стоят наши средства защиты. И я хочу вам сказать один простой ответ. Я, кстати, получила этот эксперимент в прошлый раз в Китае. Девочка нам рассказала. Я пришла домой, его попробовала, как бы придумала, как его делать проще, и вот пользуемся ним. У нас не только нет конкурентов. Вот мы проводили этот эксперимент, я даже иногда просила мужчин удалиться, но я думала, что им неинтересно будет или некорректно. Они с удовольствием оставались. Более того, они после эксперимента забирали разрезанные экземпляры домой жене. Он говорит, я не хочу, чтобы мне жена каждый вечер говорила, голова болит. А вы знаете, что это притча во языцах. Я не хочу, чтобы моя жена срывалась свою агрессию, свой негатив на детях и на моей матери, которая живет с ними. Потому что, к сожалению, мы все дети Советского Союза, и там не было секса вообще, да? А культуры личной гигиены это не преподносилось в должном уровне. И женщины, может быть, даже не в курсе, сколько проблем обыкновенные гигиенические средства могут им преподнести. Компания сделала настолько изумительный, великолепный продукт, я от него просто в восторге, что любая женщина, увидев этот эксперимент, забывает о том, сколько это стоит. Вообще этого вопроса потом не стоит, у мужчин аналогично. Итак, что вам потребуется? Значит, информация, сколько бактерий размножается в микрофлоре, при влажной микрофлоре за час, за два, за 10 на кубический сантиметр, количество заболеваний гинекологических. Вот, вам понадобится 5 крышечек от коробок, конфетных или каких, ну вот, для удобства, да? Вот, понадобится 5 листов А4, небольшой скотч, ну, чтобы было удобно демонстрировать. Если хотите, желающие из зала поближе, может быть, вот здесь вот посмотрите. Вот, нам нужно будет 5 обыкновенных продающихся магазинов прокладок для критических дней. Я из корректности не буду называть фирмы. Это ночные, 4 капельки. Вот, 250 мл воды, краситель, ну, акварельная краска, у нас вот для них краситель, и мерный стаканчик, ножницы и салфетки. Итак, пункт первый. Паш, помоги мне, пожалуйста. Мы прикрепили на бумагу, вы видите этот, и я, конечно, всегда даю людям 5 человек, желающих сзади вот постоять, посмотреть, пощупать. Потому что здесь мы не будем по рядам проносить, а у меня в офисе люди с удовольствием щупают до и после, сравнивают. Я им сейчас продам прокладку. Нормально, да? Девочки, пожалуйста, вот рукой тактильно сравните ощущения поверхностного слоя. Что у вас такой слой вызывает? Дело в том, что... Сейчас. Ну, это женщины, вы понимаете, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Людям нужно шоу, людям нужно видеть этот результат, это идеальный вариант. Снять. Я сразу снимаю этим экспериментом вопрос китайские продукты качества. Ой, Китай! Сейчас, минутку, давайте я вам покажу. Да? Итак, прокладки, которые продаются в супермаркетах, они некоторые покрыты якобы эфирными маслами, вторые имеют такую пористую и почти резиновую структуру. В некоторых применяется абсорбент тальк, который, кстати, уже вызывает онкологию, это доказано. И рак яичников у женщин, и присыпки нельзя использовать с тальком. И, конечно, субъективно. Девочки, разные прокладки? Разные ощущения, да? Ну, у Хуашен, это вне конкуренции, там настолько шелковая, изумительная поверхность, просто волшебная. Паш, покажи, как впитывается, да, как впитывается в Хуашен. Наливай. Итак, наблюдайте. Это мгновенное полностью впитывание, проникновение. Никаких разливов по краям, то есть настолько, вот, понимаете, все-таки достоинство женщины, это всегда быть вне конкуренции, в идеальной форме, да? Все. И легко можно, конечно, показать. Итак, дубль 2, следующее. Да, следующее. Теперь наблюдайте очень интересный момент. Как реклама по телевидению. Нет, все, стоп. Больше никто ничего не трогает, Паша делает эксперимент.
Реклама по телевидению вам показывает якобы суперсухие, вы можете сесть в белый лимузин и все остальное. А она даже не впитывается. Раз, два, три, четыре, пять. Она, ну, оставь, потом будем доливать далее. Да? То есть изначальный по телевизору в рекламе, извините за выражение, обман. Да? Мы не будем критиковать компанию, это их право. Вы же понимаете, они потом потери несут гораздо больше за вот это, кстати, тоже. Да? Третий образец. Мы взяли здесь дорогие, как бы, и самые дешевые, то есть и самые шелковые, там супер-супер сухие, и супер пушистые, и стопроцентная защита. Ну, то есть все, что читается на этикетке, вы можете потом посмотреть. Да. Мы не говорим о том, что женщина в брюках в белых пострадала. Да? Очень. Вот. Дело в том, что, понимаете, я вот продолжу тему все-таки гинекологии, когда у женщины в этом плане проблемы, она становится стервой. Даже если почему-то книги начали писать, там женщина стерва, там завоевать тра-ля-ля. Вы знаете, я всегда говорю, это очень больная женщина, к сожалению, потому что у нее нервная система не в порядок, какие-то там акценты смещены. Но причина начинается отсюда. Представляете, сколько бактерий, если при температуре 22 градуса, ну, а тело 36, влажная поверхность, они имеют свободный доступ к коже, плюс питательная среда у нас, кожа, еще выделительный орган, да, и это все великолепно происходит. После такого суток, двое или недели, неважно, как часто на меня, потому что, видите, уже там же не впитывается, вопрос не в смене, вопрос в качестве впитываемой поверхности. Через некоторое время женщина ничего не хочет, она срывается на своих детях, она отказывает мужу, она срывается на престарелых родителях, на соседях. Ну, вы видели такие экземпляры, я надеюсь. И очень мало счастливых семей, да? Вот. Что еще очень интересно, что если вдруг вы в этих средствах вздумаете в брюках присесть или сделать какие-то действия, я не говорю там лезть на дерево, но хотя бы наклониться, встать, да, смеются уже, то вы будете немножко, как бы, ваш авторитет и репутация, конечно, пострадают, они будут явно подмочены, в прямом смысле слова, то есть все крылышки, все бока затекают, а? Да. Ну, я при вас просто отливала, специально стаканчик привезла, я очень боялась, что вот на таможне вот эти сумки он лопнет, но таможня поломала только... Везде 50 миллилитров. Это количество жидкости, я просто подняла в интернете литературу, применяемое для тестирования женских гигиенических средств для критических дней. Ну, не называйте себя. Потом покажем, без камеры. Вот. Сейчас, подождите, это же дубль один. Первый этап. То есть мы нанесли на поверхность, вылили, постарались, по крайней мере, некоторые экземпляры нам не удалось. Но лично для эксперимента, пожалуйста, долей. То есть пункт первый, вы поняли, приготовить, второе, нанести, рассказать. Вот, 4 капли, при том все ночные, 4 капли ультратонкие ночные. И дневные наши работают, девочки, вы просто не представляете, как работают наши, мы сейчас покажем вам. Дело в том, что прокладки обещают, что будут снаружи сухие и шелковые, ну, вот на этих этикетках. Берем салфетки. И просто сверху, без давления даже еще, мы их просто прикладываем, нет, тоже сильные, прикладываем, чтобы увидеть, каково же будет кожа с этими гигиеническими средствами. Посмотрите. Итак, первый с левой стороны, вот или справа с края, уже мокрая, сейчас покажем. Вторая мокрая, третья чуть-чуть и четвертая. Дальше. Если ты вот ручкой чуть-чуть... Я бы еще предложил, как в рекламе, да, кулачком. Ой. В общем, две последние, которые кулачком, мокрые полностью. Вашим, подними, покажи, пожалуйста. Отойдите. Это только начало. Это только... Ну куда же вы? Зачем? Я понимаю. Итак, вы увидели, что салфетки абсолютно мокрые. Но самое главное, производители обещают, что внутри прокладок есть
вещество, которое будет преобразовано в гель и удерживать будет влагу. Так ли это? Посмотрим. Почему вот удобно очень на бумажечке, потому что ее здесь удобно потом свернуть, и с нее практически течет вода. Она течет. Я не говорю о том, что вы присели. Геля нет, и в помине. Пункт первый, пункт второй. Ой, течет. То есть обман, извините за выражение. Мужчинам очень нравится, кстати, это так их забавляет, я смотрю. Вы понимаете, они ищут все время причину, почему у женщин голова болит. Мне кажется, Кошин сделал инструмент, который может нам помочь сохранить все семьи и у всех женщин снять головную боль. Потому что когда они будут здоровы, они будут счастливы. Итак, четвертый экземпляр наш. Ой-ой-ой, держи, он прямо по бумаге течет, да? Ну, теперь вы две руки салфетками будете у вас. Наступает самый интересный момент. Здесь нужна хорошая мужская сила. Я вам открою сразу секрет, дабы не томить вас. Сколько бы вы не скручивали прокладку для критических дней Хоши, из нее высыпется только гель, уже свернутый кусочками. Жидкости нет. И чтобы, ну, извините за выражение, добить клиента, он же сказал нам, хочешь, да? Я говорю, хотите, я вам покажу качество китайской продукции? Они говорят, ага, говорят, попробуйте. Я говорю, сейчас. Мы разрезаем, девочки, мы дадим бесплатно с собой на вынос прокладку, обязательно. Мы разрезаем все прокладки пополам, чтобы люди увидели, что не только верхний слой мокрый, очень часто нижний тоже. Чтобы они увидели, что гель, он некое подобие, потому что если я вам буду сейчас презентовать компанию Хуаше, то это будет неправильно, да? И если разрежем прокладку нашу, ты сейчас нашу разрежаешь, да? А, вторую. Уже забрали. Девочки, я со скидкой привезла за 200 баксов одну штучку, поэтому могу продать. Да, шучу, конечно. То есть здесь просто вот можно посмотреть и попробовать, насколько это не очень приятно, не очень экологично, эстетично. Можно много-много слов подбирать. Да? И да, вообще какая-то вата, какая-то тряпочка, непонятно что, однозначно. Еще липкая. О, кошмар. Вы понимаете, сколько населения мы можем спасти? Я не говорю о том, что у нас еще покрытые ионами серебра, антибактериальный эффект. А здесь абсолютно сухая поверхность. Просто сухая. Почему мне нужны были здесь 5 человек, чтобы они вот своим восторгом вам это показали? Девочки, сухая? Да. Да? Вы такое видели, Геннадий? А что вы делаете, Хоша? Где-нибудь нет. Да, девочки, а можно нескромный вопрос, а кто пользуется этим продуктом? Спасибо за внимание под группу поддержки. Я вас благодарю. Да, девочки, на вынос, пожалуйста, все что угодно. Сейчас мы уберем буквально одну минуту. Я очень рада, что это встретил такой вот живой отклик. Мы хотели подарить вам самые работающие секретные моменты. Можете рассказывать это как блок подарок информации от Украины вашим партнерам дома. Спасибо.